вот он сам магазин. Одеваем маску. Идем. О, подушечки полу, мягкие игрушки. 400 рублей вот такой. Всем привет. Мы сегодня в торговом центре Метрополис. Хотим снять для вас магазин LC Waikiki. Те, кто хоть раз был в Турции, в любом случае о нем слышали. И мы хотим посмотреть просто, какие цены здесь у нас в России. Пойдемте смотреть вместе. Вот он сам магазин. Одеваем маску. Идем. Посмотрим, как раз что здесь есть к Новому году. Может быть, есть какие-то скидки. Так, вот джемпер за 600. Интересно, какой джемпер. Я здесь вижу штаны, а джемперов я здесь не вижу. Так. Пошли. Это кофта. Пальто вот есть какое-то с воротником за 2200. Так, какие вот симпатичные. Вот какой-то пальтишко такой. Джемпер вот 1300, 1400 почти. А сколько стоит пальто? Неизвестно. Пальто 5000, 4800 вот такое. Интересное пальтишко. Если что-то новогоднее в женском отделе, 1400, такая 1200 кофточка, да, в разных цветах, вот такая на застежках есть, тоже 1200. Шапочка новогодняя, 500 рублей. Тапочки новогодние 900, на эти 800, ну примерно. Вот такой джемпер 900 рублей с оленем и снеговиком. 1800 это джемпер такой с мишкой. Такой мишка. Так. Кардиган 1200, такой 1300 даже. Вот еще теплые вязаные кофточки, да, какие-то есть. Давайте посмотрим. Вот теплая вязаная кофта. 1000 рублей. Симпатичная. Неплохая кофточка. Вот из такого материала, да, есть. Для себя 700 рублей, скидка 33%. Вот такая кофточка крупной вязки разных цветов. 1200 стоит. Вот такие мохнатенькие. Мохнатенькие сколько у нас стоит? Мохнатенькие стоят. Неизвестно, сколько они стоят. 1200. В среднем какая цена. Тоже кардиган за 1200. Там платьишки какие-то. Прямые. 1600 рублей. Интересные. Да. Это полуспортивное платьишко. Здесь вот всякие разные шапочки. Футболочки. Friends футболочка с героями, да, любимыми актерами. 1400 стоит. 1600 с Микки Маусом джемпер. Вот джинсы 1300. Да, разные бывают по размерам. Ну, на все цена, видимо, 1300. Примерно, да. Ну, вот 1600 есть такого фасончика. 1600 тоже. И такие 1600-1300 джинсов. Это средний. Здесь какие-то платьишки. 1600 такое. Шотландские куртки, да? Посмотрим. Пуховички. Вот пуховик. 5000, но он такой не зимний.
осенний пуховик. Вот. Надо взять потеплее, давайте посмотрим. Вот такой уже более, наверное. Хотя все равно, мне кажется, осень. Вот такой вот теплый. А, в принципе, стоит 3600. Курточки. Вот для зимнего гардероба. Такая парка спортивная. 2300 стоит. Ну, кстати, цены не очень высокие. Да, можно найти что-то такое. 3000. Тут я буду. 1400 кофточки. Все привязано. Обычную кофту. Видно, не видно. Вот с воротом, да, кофточка закрывающимся. Она 1400. Полуспортивные костюмы 1800, да, спортивная вот такая кофточка 1800. Брюки тоже 1800. Ну, выбор большой, конечно, в принципе, много всего. Вот есть платьишки такие, тоже зимние, 1400. Тут вот пальто, да, собственно. Давайте посмотрим, что есть домашние пижамы. Вот такая вот 2000 кофта. А, здесь 2000 пижама. Там 2000 пижамок получается. 1400 вот есть пижамки. 1600 пижамки. Здесь вот такие полуновогодние 2400. А вот такие теплые. Тоже 1800 получается. Ну, в районе 2000. Вот совсем теплые такие. 1600 пижамки, да? Здесь с длинным рукавом. Не с длинным рукавом, ну-ка, посмотрим. Плотничком. Это комплект тройка. А, то есть такая маечка, штаны и платьишко, видимо. Давайте посмотрим, сколько они стоят. Если она выше сцена. 1600 со скидкой. Вот, 1600. А, здесь есть тоже разные тапочки. 400 рублей, 700 рублей. Разные цены. Вот такие пижамы тоже. Под Новый год сделаны. Да, симпатичные, 1800. Мне нравится. Ну, вообще выбор очень большой пижам. Вот тут книжка такая пижам. Очень много. Так, здесь у нас что? Здесь тоже толстовки. За 700 рублей. Какие-то кофточки симпатичные. Здесь такой более классический стиль. Да. Брючки. Пища. Вот костюмчики, пиджачки, брючки. Давайте тоже посмотрим. 1300 брюки. Сколько стоит? 1100 получается. Блузка. Ну, брюки вот разные, естественно, за 800 примерно. Да. 1400 такой свитерочек и 1400 платьишко рядышком. Разные джемперы по цветам. Много разных всяких. Джемпер от 300 даже есть, наверное. Вот такой, наверное. Ну, вот этот с горлышком сколько стоит.
получится у нас посмотреть, сколько. 600 рублей такой. Да. Вот разные варианты, в общем. Костюма. Грамм. Теплые кофточки со скидкой. 1400 было, 1700. Ну, каких-то прям колоссальных скидок я пока не нашла. Цена вот 800, вот 800 на вот это вот. Не вижу пока каких-то сильно нарядных там платьев, да. Здесь вот тоже какие-то классические брючки, прямые, да. 1400 стоит. Джемпер от 700 рублей. Такие кардиганчики есть. 500 рублей стоит. Да. Здесь что? Что-то для дома, пойдемте посмотрим. Тоже красивые, нарядные такие вот. Это 400 рублей. Это дорожка на стол 400 рублей. Ну, как у нас на Новый год, да? Вот подарок можно подарить. 100% хлопок написано. Это 2800, размер 2 на 220 и 2 наволочки по 50-70. Это получается одно, один подъемник и две наволочки. Вот что-то еще из домашнего такого интересненького. То есть подсвечники. Сколько? 600 рублей стоит подсвечник. Да, в подарок можно заберить вот эти штучки светящиеся, 600 рублей. Вот. Ну, цены здесь как бы такие повыше, мне кажется, цены. Например, в Ашане смотрели похожие, да? Вот тоже две подушки наволочки можно просто не комплектом брать, да, две наволочки просто 650 рублей это стоит. Здесь вот какие-то полотенчики или дорожки. Это на кухонный стол 45 на 30. Стоит 700 рублей 4 штучки. Так. Здесь вот плюсики красивые, давайте посмотрим. 1200 стоит плетика. Так, вот такие разные цвета красивые плетики. Мне нравится палата. Теплые. 2000. Красиво. Так, коврики есть. Ванная комната. Да, сколько? Полторы тысячи. Все, большой коврик. Красиво. Так, здесь что-то для деток есть, и постельное для деток. Сколько стоит здесь постельное? 2000 рублей вот такое постельное. Такое вот есть еще с единорожкой. Оно 2200. Ну, в общем. Пледики наверху вот за 1200. Вот такая милая подушечка, давайте посмотрим. Сколько она? А, 300 рублей всего подушка. 300, была 550, сейчас 300. Прикольно, как небольшой подарочек, да, для девочек важно. Вот, ну, тут немного всего детского, вот какие-то детские тоже. Полуподушечки, полумягкие игрушки. 400 рублей вот такой вот мягкий. Такая вот птичка. 500 рублей. Для девочек, да, красивые динозаврики есть. Динозаврики 850 рублей. Белочка 600. Вот, давайте для деток посмотрим, что у нас для деток. У них есть из навешивания для беременных, появились раньше, я не видела, посмотрим. Так, здесь для деток много чего новогоднего. А вот милые кофточки детские, 800 рублей. Вот сейчас как раз девчонкам посмотрим, может, платьишки есть здесь. 700 рублей.
Да, вот тут наборчик с юбочкой. 800 рублей. Наверху вон тапочки по 550 есть. А здесь вот что-то более-менее нарядное. Платьишко 900 рублей. Вот. Ботиночки по 1000 есть. Они, наверное, ну, нет, теплые, в принципе. А, такую европейскую зиму. Вот есть ботиночки по 2200. Они тоже тепленькие такие бутыши. Вот есть комплекты за 1000 новогодние, детские, да. Тут разная обувь. Здесь тоже. Знаете, жилетки. Я никогда не понимала, вот в России я не понимаю, когда носить жилетку. Как бы, вот нет такой погоды, чтобы я прям вот понимала, что вот это погода для жилетки. У меня были такие жилетки, то есть дуру покупала. Вот. 800 рублей. Штаники две штучки. Вот. Я покупала, но что-то толку особо не было. Это вот для беременных. 1400. Ну, это именно для беременных, не для кормящих. Да, именно для беременных. Для кормящих карманов нет, 950 какое-то платьишко. Вот кофточка по 450, недорого. Футболка 800 такая. Для кормящих это не подходит. Просто для беременных. Ценники для беременных тоже скажу, сколько стоит. Вдруг кому-то интересно. 1100. Ну, кстати, достаточно неплохие джинсы. Не знаю, как будет смотреться. У нас в стране есть проблемы с 1400. Есть проблема с одеждой для беременных, потому что всегда для них продают что-то такое, как будто как для старых бабок. А здесь вот неплохо, даже юбочки есть. Юбочки для беременных, сколько она стоит? Да, да. На сколько она была? Пупсик уснул. О, молодец. Сейчас будет мериться папа у нас. Набрал себе. Ликуша уснула, детки остались пока играться в той игровой. Молодец. Так, давайте еще посмотрим, что здесь. Давайте вот посмотрим детские курточки, да? Ну вот, курточка теплая. 2-3 тысячи. 2,99. Так, еще давайте посмотрим для мальчиков. По 900 рублей есть, да, вот. Кофточки по 800 рублей. Здесь по 700 рублей пижамки. И для деток постарше пойдем тоже посмотрим. Теплые платьишки 900 рублей. Да. И здесь тоже какие-то платьишки теплые. Вот летние, ну такие тоже с длинным рукавом 500 рублей платья, да. Ну, такие есть, но мне вот не нравится. О, вот, кстати, теплые джинсики. Я думала, войти-то таких не продают. Не продают. 1800 цена. А вот когда мы были в Турции, спрашивали, сказали, что нет таких джинсов. Вот, что типа, вы такие не найдете, потому что они ни зачем не нужны. Вот. А в Вайкики у нас есть, видите, такие. Какие-то курточки за 1800 детские. Пижамки 1200. Вот такие платьишки. Здесь, вот не платьишки, ну кофточки длинные. Кофточки за 600 рублей со скидкой. Да, так. Вот теплые курточки на девочек постарше. Сколько же они стоят? Сейчас я вам... Ой, скажу, такая курточка стоит 1600. Вот. Ну, такие они, видите, внутри. Флис, вот здесь что внутри. Тоже флис, наверное. Да, флис. Ну, они такие на очень теплую зиму или на прохладную осень, наверное. В минус 30 ходить, конечно, не будешь. Ну, на осень вот такие есть. Вот какая-то веселая, радужная курточка. Бутыш 1800. Тоже по тому же принципу сделано. А, но здесь вот есть какие-то нарядные типа платья. Юбочки у них, кофточки. Кофточки, сколько
бабушка, что я прям вижу что-то, что я хотела взять из нарядных платьишков. Поехали на платье 3500. Ну, я показывала, да, что есть такие. Они полуосенние, да? Поехали на платье. 400. Ну да, они на минусе. Наверху за 900 такие. Тапочки. Так, все это с пижамками у нас. 700, 700, 1000. 1100, 700, 1200. Я могу тебе помочь. Да, эти, конечно. Так. Так, давайте еще посмотрим вот здесь, что у нас. Рюкзачки какие-то детские, подарочные, да, уже можно как подарок. Все, 600 рублей. Вот такой вот 800 сейчас покажу. 800. Вот такой пингвинчик сколько стоит? 1000. Здесь опять женское отдел. Последний шанс купить эту продажу. Давайте посмотрим, сколько вот циркулка. Да? Последний шанс купить у нас ее за 500 рублей. И последний шанс купить платье за 2000. Ну, не могу сказать, что это прям какая-то огромная скидка. А, за 1100 можно купить эту штуку. Вот кофточка такая. За 900 рублей. В общем, тоже сейчас есть в продаже, но какие-то они такие, знаете, не сильно распродажные, я бы сказала. Распродажи есть, но они какие-то не сильно распродажные, потом еще в мужском отделе немножко погуляемся. Мужское отделе, рубашка. Со скидкой 800 рублей рубашка. Это 600 рублей рубашка. Теплая. Теплая кофта 1400. Так, вот какие-то теплые курточки. Вот это, да. Сколько вот она стоит? Такая курточка. Угу. Неизвестно. Вот другая есть. Вот цена у нее 3000. Такая есть курточка 6300. Вот такая вот за 3500. Так, тут ботинки кроссовки за 1800. Вон брюки за 1200. Джинсы разные. Там рубашки за 1000. Пойдем еще вот тут посмотрим. Вот есть какие-то джемперы. Типа классические, да, за 800 рублей. Это распродажа за 1500. Здесь 2200 курточка. Ну вот, потом еще поищем, может, что-то такое есть новогоднее. Да, да, да. А здесь тоже джинсики за 2000 есть. Основном все за 2. Да, тут есть. Ну, здесь не все за 2000. Там за 1100 есть брючки. Выбор большой, здесь есть выбор соответствие размеров. Да, это для спорта. Здесь футболка за 1200, брючки за 1100 спортивные. Тут такой более молодежный стиль. Футболки по 250 рублей есть. Ну, они такие спортивные. Толстовки красненькие, красненькие толстовки стоят 1800. Вот. В принципе, выбор вроде бы большой вещей. По крайней мере, кажется так. Но вот я походила по женскому отделу и что-то как-то, знаете, выбор большой, а выбрать как-то нечего. О, вот новогоднюю нашла. Давайте посмотрим новогоднюю. Джемпер написано 700 рублей. Тут и на пап, и на мальчик. Можно такой собрать family look, да?
2400 стоит. Вот такая вот кофточка. А мужская такая же папина стоит 1600. Так, он мне кажется, уже с оленем 900. В принципе, прикольно. Вот такой крючок мальчишки с пингвинчиком. Не написано цена, вот так вот выглядит. Все так еще. Так. Надо сейчас такой новогодней шапки. Старшую. И тут на шкафу можно рассмотреть как в качестве подарка, да? Вот сейчас посмотрим, выбрала ли что-то Саша. Пойдемте. Пойдемте посмотрим, выбрала ли что-то Саша. Ему нужны были брюки и, судя по всему, кофту он себе взял. Сейчас посмотрим, скажу вам. В общем, мы купили вот целый пакет одежды. На самом деле там твой джинс мне и Саша джинсы и брюки. Вот. В среднем брюки там стоят, ну, джинсы 1300, там 1200. Можно найти дешевле, можно чуть дороже. Вот. Больше ничего не нашли интересного. Спасибо вам, что посмотрели это видео до конца. Всем хорошего настроения, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.